Всем привет, с вами Николай из сообщества War Doctors Community. И я подумал, давно у нас не было реакции, да ведь? Я даже не помню, когда они последний раз были, а тут очень даже благовидный предлог. Первый трейлер Мира Юрского периода 2. Давайте его посмотрим. Я его, конечно, уже смотрел, но я его смотрел на английском, а теперь это перевод на русский, заодно заценим. Позднее время, как обычно, как вы можете видеть там внизу. А тут на русский его перевели. Заценим, может быть, немного перевод. Не думаю, что они там сильно могли в чем-то облажаться, но давайте посмотрим, в общем. Так. ОБС пока свернул. 12+. Эх, значит, кровища не будет. Значит, теперь встречаешься с каким-нибудь бухгалтером? Оуэн. Или с клоуном? Хватит. Ну. Вот, знаете, многих очень раздражал этот момент в первом фильме. Я надеюсь, что этого будет очень немного в новом. С другой стороны, знаете, вот эта встреча в баре, это обсуждение, что почему ты не со мной, немного, возможно, является такой, знаете, отсылкой, перекличкой с третьим фильмом. Ну точно, с идиотом. Мы здесь не для этого. Но в отличие от Сэма Нила, здесь мне по большому счету плевать, будут они вместе или нет. У меня немного другой был пэринг в первом фильме на уме. Но я вам его озвучивать не буду. Вывести динозавров с острова, который вот-вот взлетит на воздух. Что может пойти не так? Блю жива. Ты ведь вырастил ее. И что ее выделяет из числа других динозавров? Заслуживают ли эти животные право на защиту, подобно другим видам? Или мы оставим их умирать? Динозавры жили на Земле до нас. Я думаю, Малькольм, как Если всегда, будет злобным типом, который такой, давайте их всех убьем. Здесь останутся только они. С другой стороны, его трудно винить. Знаете, у меня опять такое чувство, что музыка меня перекрикивает, точнее звук в целом, поэтому я его убавлю. Мы же друзья. А я думаю, она ему ничего не сделает. Ну вот, в игре был вулкан, а в фильме до сих пор не было. Как же так? Это же так круто, слушайте. Аллюзия с вымиранием, как это можно упустить? Я даже не уверен, я сейчас с иронией говорю или нет. Потому что с одной стороны прикольная идея, но с другой стороны она может такой банальностью вернуться. А вот... Вот этот, кстати, был в Primal Rage, такой вид. С рогами. Я, правда, забыл, как он называется. Карнозавр вроде. Или толщина. Она вырвется на волю. Надо будет снова посмотреть. Жизнь. Ну скажи это. Так и не сказал. Это знаете, как если в «Звездных войнах» вместо «Да прибудет с тобой сила», они бы сказали «Да прибудет с тобой мудрость». Мир Юрского периода 2. В кино 7 июня. Однозначно ждем, да. Ну, конечно, трейлер вполне информативный, пожалуй, хотя вроде не так уж много нам показали. Все выглядит неплохо. Есть все поводы для оптимизма. И я надеюсь, им получится развить это в трилогию. И я надеюсь, что эта трилогия не вызовет у всех такого резкого отторжения, как «Парк Юрского периода 3». Хотя я вот, например, не считаю, что «Парк Юрского периода 3» это такой паршивый фильм. Хотя он определенно уступает. Особенно, не знаю, мне почему-то всегда казалось, что самый динамичный, интересный — это второй. А первый, он как бы такой немножко более детский. Хотя там все равно есть динозавры, которые жрут людей, да. И там, например, показывают ошметок Сэмюэля Джексона. Но все равно какое-то общее ощущение такое, знаете. Хотя это неплохо, в принципе, первый фильм я тоже с удовольствием смотрел.
Возможно, то, что я больше всего смотрел второй фильм, немного исказило мое восприятие, потому что он у меня как бы изначально был на кассете, а вот первый фильм только потом на DVD-сборнике у меня появился. Да. Даже не знаю, что еще добавить. Может быть, скромную, ну, не знаю. Опять же, Сэма Нила, наверное, не стоит в третий фильм звать, не потому что он плохой актер или что, а потому что будет тогда ассоциация опять с оригинальной трилогией, что во втором фильме этот Голдблюм, а в третьем будет Нил. А все вспомнят тот фильм про Нила, с Нилом, а тот фильм почти все ненавидят. Я думаю, авторы этого не хотят. Но, с другой стороны, было бы клево снова увидеть Сэма Нила в роли этого Алана Гранта. Такого, знаете, тоже более постаревшего, такого умудренного годами, расслабленного. Ну, как обычно, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, напишите свое мнение о трейлере. И увидимся, ребят. Всего доброго, до новых встреч.